Assalomu alaykum. Sizlar bilan U student kanali. Bizning kanalda siz rus va ingliz tillarini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Dars boshlanishidan oldin bizlarga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Yangi video va jonli efirlarimizni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli tinglovchilari va muxlislari. Спасибо за ваши поддержки, спасибо, что вы вместе с нами. Продолжайте верить в нас, продолжайте поддерживать нас, и мы дадим вам все, что вы хотите. Бизни қолдап-қуатлашда давом етинг ва биз сиз истеган нарсани сизга беришга ҳаракат қиламиз. Итак, сегодня у нас очень такая необычная тема, жуда ҳам новодатий мавзу. Как хорошо вы знаете русский язык. Демак, ko'pchilik rus tilini bilaman deydi, lekin aynan qaysi darajada bilishini o'zi ham bilmaydi. Keling, bugun biz sizni o'sha rus tilingizni qay darajada bilishingizni sinab ko'ramiz. Balki az yana xavotirda bo'lishingiz mumkin, xavotir oladigan hech narsa yo'q. Shunchaki bilimingizni tekshirib ko'ramiz va o'zingiz ham bilib olasiz. Demak, rus tilini qanchalik bilishingizni. Menimcha bu sizga juda foydali bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, давайте проверим ваше знание русского языка. Как это мы сделаем? Мы на канале Фламус. Это очень просто. Вы просто будете отвечать на вопросы. Отвечайте на вопросы и все. Больше речь наша кучки регион. Соволарги джоберняни не знаки, без уларна вахолаемс. Как мы будем оценивать? Оценивать будем в четырех категориях. Тут категория вахолаемс. Значит, я плохо знаю русский язык. Это самый такой низкий уровень. Я средне знаю русский язык, вот это. Я хорошо знаю русский язык, или я отлично знаю русский язык. Значит, мы будем оценивать ваши ответы в четырех этих категориях. Ва тез орады сіз айнан қайсы категорияге кіршіңізіні біліп оласыз. Значит, если вы готовы, 3, 2, 1, начали. Как надо ответить? Бу холатта қандай жауап беріш керек? Слушайте. Это мой сын Миша. Познакомьтесь, пожалуйста. Очень рада видеть вас снова. Очень приятно. Очень люблю. Ваш ответ? Если вы ответили «очень приятно», значит, вы дали правильный ответ. У вас первый правильный ответ. Поздравляем. Следующий. Привет. Как дела? У меня нормально. У тебя все хорошо. А мне все равно. Ваш ответ? Если вы ответили «у меня нормально», значит, вы дали правильный ответ. Поздравляем, у вас второй правильный ответ. Следующее. Как лучше туда ехать? Наверное, лучше летом. Давайте лучше поедем в горы. Лучше, как мы ездим всегда, на метро. Ваш вариант? Отлично. Если вы выбрали вариант В, значит, вы дали правильный ответ. Продолжаем. Готовы? Приходите к нам завтра. Очень приятно. К сожалению, мы заняты. А когда? И ваш ответ? Правильно. К сожалению, мы заняты. Правильный ответ – вариант Б. Если вы ответили именно так, значит, у вас четвертый правильный ответ. Продолжаем тест. Смотрите и слушайте внимательно. Включайте все свое внимание до предела. Можно начать в среду часа в 3. Еще раз. Можно начать в среду часа в 3. А где и когда? Простите, когда вы сказали?
Кажется, нельзя. И ваш ответ? Простите, когда вы сказали? Да, именно этот ответ правильный. Следующий. Что вы собираетесь делать летом? Давайте поедем на море. Хочу поехать на море. Конечно, не занят. И ваш ответ? Правильно, хочу поехать на море. Летом что делать? Только на море ехать. У нас же больше делать нечего. Следующее. Да, я просто так шучу. Седьмой вопрос. Вы не знаете, какая сегодня погода? Кажется, очень хорошая. Не знаю, наверное, завтра. Сейчас прочитаем. Правильно. Вариант А – правильный ответ. Восьмой вопрос. Как надо ответить в данной ситуации? Договорились. Пока. До встречи. Спокойной ночи. Добрый день. Ваш вариант? Отлично. Вариант «до встречи» правильный. Идем дальше, продолжаем. Будьте внимательны. Девятый вопрос. Что вы хотите? Я люблю апельсиновый сок. Будем смотреть детектив. Вы хотите торт. И ваш ответ? Опять, если вы выбрали А вариант, значит у вас уже девятый правильный ответ. А если у вас есть ошибки, в следующий раз будьте внимательнее. Значит, сейчас маленькая рекламная пауза. Не, шучу, нет рекламной паузы. Это была первая часть теста. Значит, сейчас маленькая передышка. Соберите свои мысли и продолжаем. У нас вторая часть. Готовы? 3, 2, 1, начали. Как надо ответить? Мы жили в этом доме уже 2 года, или мы будем жить в этом доме уже 2 года, или мы живем в этом доме уже 2 года? Какой вариант правильный? Говорите, мы живем в этом доме уже 2 года. Да, это правильный ответ. Следующий. Анна Петровна, вы свободно в субботу вечером? Или вы свободны в субботу вечером? Или вы свободен в субботу вечером? Какой вариант правильный? Говорите Б вариант? Да, правильно. Б вариант правильный. Следующее. Давайте идем вечером на концерт. Давайте пойти вечером на концерт. Или давайте пойдем вечером на концерт. Какой вариант правильный? Правильно, давайте пойдем вечером на концерт. А что делать? Каждый день работу, устаем. Нам нужен концерт. Следующий, 13-й. Мы сейчас идем на концерт. Или мы сейчас пойти на концерт. Или мы сейчас пойдем на концерт. Ваш вариант? Правильно, мы сейчас идем на концерт. Мы уже устали, нам нужен концерт, потому что мы хотим культурно отдохнуть. Следующий, 14-й. Как вас зовут? Как ему зовут? Или как они зовут? Ваш вариант? Да, я знаю, это очень простой вопрос. Это просто была шутка. Как вас зовут? Это все знают. Следующий вопрос будет сложнее. 15-й вопрос. У меня есть русские друзья? У вас есть русские друзья? Ей есть русские друзья? Какой вариант правильный? Именно. У вас есть русские друзья? Б вариант правильный. Отлично, мы закончили 15-й вопрос. Теперь последний вопрос. Слушайте и отвечайте. Алло, это Наташа? Нет.
Она не дома, ей нет дома или ее нет дома. Какой ответ верный? Правильно, ее нет дома. Итак, biz shu bilan tugatdik. Значит, 16 вопросов. Hamma savollarni tugatdik va o'zingiz to'g'ri javob berganingizni eslab qoling. Пожалуйста, запомните, сколько вы правильно ответили. Ana o'sha endi siz javoblariga qarab turib, o'z rus tilingizni darajasini bilib olishingiz mumkin. Итак, давайте проверим результаты вашего теста. Если вы ответили до 5 правильно, ya'ni 5 тагача to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, ваш уровень русского языка, к сожалению, плохой. И мы советуем вам больше заниматься. Купрошу нашим аслахат бирамас. А если вы ответили до 9 правильно, я не только встречал, тогда же обергем бульсангес, ваш уровень русского языка средний. Демексис, русский язык, маламбр, созлана, кошеп, ишлатеп, я прошу не баласес. Следующий. Если вы ответили до 13 правильно, он уж тогда чанага тору жоу берген болсангиз, ваш уровень русского языка хороший. Это означает, что сіз шунчага оди гапрамейсіз. Вы можете говорить сложные конструкции, дек сал кирох конструкцияларны гапта ишлятып, уз фикрингизни еткиза оласыз. И плюс их можете тоже понимать, уланы хам яхшы чунасыз. Если вы ответили до 16, правильно, агар хаму 16-сыга тору жоу берген болсангиз, ваш уровень русского языка отличный. Настолько отличный, шу даражеда зорки, хато балки сізге іш тәкліф қылшымыз хам мүмкін. Если вы ответили все 16 правильно, то вы просто молодец. И эти аплодисменты для вас. Пожалуйста. Отлично. На этом мы заканчиваем наш тест. Если вы узнали свой уровень, а я уздарженгиз не был болен болсенгиз, я думаю, это вам поможет. Бу сізге ордам берады. Чунки айнан қайырдалігізі білсеніз, кейін қайырге борыш мүмкілігіні хам біліп оласыз. Если у вас есть какие-то мнения или какие-то предложения по поводу нашего проекта, бізнің проект бойынша қандайдар фікірлеріңіз, ёки өз мұлахазаларыңыз болса, ілтимас бізлерге комментарийларды езіп қолдырин. Мы их читаем, а мы постараемся соответствовать вашим требованиям. Сізнің талабларыңызге мос келішке харакет қыламыз. Спасибо за ваше внимание. До следующих встреч.